Привет. Привет. Актерское мастерство сейчас было замечено? Все, кто заметили актерское мастерство, лайки сразу. Сегодня вообще не собирался видос записывать. Встала такая кайфовая погода за окном. У нас сегодня 1 ноября. С ноябрем у вас всех. Вот. А погода бомба. Уже почти зима. Почти зима. Все в Инстаграме уже выложили снег. Если выложили снег, то значит можно как бы к Новому году уже потихоньку готовиться. Вот, думаю взять вас сегодня с собой, потому что сегодня всего две пары у нас. Сегодня лекция по физике и практика по инженерной графике. Поэтому, то есть, ну, не сильно напряжно, поэтому думаю вас взять с собой, показать нам, что да как. Амиран, ты? О! Здорово! Здорово! Слушай, вообще офигенно видос, тебе вообще так нравится, вообще красава, давай. Смотришь, да, меня? Да, смотрю, брат, смотрю. Слушай, а вообще прорекламироваться хотел кому-нибудь, а вообще сколько стоит тебя? Ну давай тогда не на камеру, я все скажу. А, и на камеру, давай. Ну вообще, в начале видоса 400 тысяч. В начале, да, чисто, просто? Да, да. Ага. Типа там, ну или в середине. Не, ну это можно подумать, в принципе. А что ты вообще думаешь по каналу, по развитию, что там, какие фишки у тебя новые ну, будут? Короче, все на самом деле нормально, но что-то в последнее время меня Олег подбешивает. Ну, Олег согласен, да, Олег. Мне кажется, он как глупые шутки какие-то у него. Ага. Мне кажется, надо его брать. А что, кого думаешь ставить? Я думаю, есть такой, знаешь, вариант? Весельчака, что прям, вот он каждый раз на него там камеру держишь, и прям зритель хочет смеяться. Да? То есть вот я думаю, вот Тимофея, например, вот посмотри. Это какого, вот это? Да, вот этот парень. Вот видишь, сразу. Ну с ним лучше не шутить, сразу видеть. Да, это очень серьезно. Ну все, ладно, слушай, спасибо. Все, давай, отдыши, да, давай, пошел тогда, пока. Ну что? Читалка у нас только что прошла. И физика была. Все начертили. Сдал работу, первую работу. Все, кайфуем. Все, теперь домой. Всем привет! С вами передача Тубус 2.0. И сегодня у нас будет обзор на тубус. На два тубуса и небольшое сравнение. Поехали! Смотрите, вот первый, как это назвать-то хоть? Тубус. Ну, тубус-то ладно. Первый претендент — это у нас вот такой тубус. Да? Не совсем классический цвет, который привыкли видеть все владельцы тубусов. Видите, он кастомный получается, то есть свои наклейки, да, специально, то есть видно, что владелец специально под себя его подгонял, что уже как бы вызывает уважение. Да, больше нечего сказать, здесь Intel Core i5, застежка 4-го поколения FG7, вот. Сколько? 120 мегапикселей и разрешение 120 HP на 18, да? Я не ошибаюсь. Да, вот, да. Где-то так. Так, друзья, теперь перейдем ко второму тубусу. Значит, я бы сразу хотел обратить внимание на веревку. Во-первых, она сделана из углепластика и деградата урания. Во-вторых, над дизайном, то есть тубуса, работал Эспаньола Хуинчелли, что, между прочим, очень
такой показателем является. То есть вот эта вот красная линия подчеркивает целостность и дизайн. И завершенность. Завершенность, да. На этом я заканчиваю. Ну что, пойдем в Starbucks? Я думаю, не забегаловки не хожу. Справедливо. И как бы дело не в том, что денег у нас нет, правильно? Мне сегодня стипендию не выдали. Не выдали? Извините. Рита Петрова, да ведь? Рит Петрова, пожалуйста, это официальное заявление. Верни, пожалуйста, нам стипендию. Не, ну мне уже выдали. Тебе. Мне? Да. 1477 с половиной рублей, пожалуйста. С половиной? Да. Все. Завтра ждем? Да. От души. Проценты потом. То есть на счетчик ее ставим? А если она не отдаст нам, что будем делать? Ну, будем решать этот вопрос по-иному. Уже, ну, некрасиво придется, да, как бы это? Силу. Да. Лезь. Согласен, все. Спасибо за ваше короткое интервью. Спасибо. Увидимся в следующих выпусках. Совсем забыли сказать, повесим тогда вот здесь вот голосование. Проголосуйте, чей тобус лучше, и потом тогда уже будут выводы сделаны специальные. Struggle to find any point of comparison, and now that I've left it, I don't know if I could ever want to be. Ну чего, уже дома, уже покушал, уже собрался идти в зал. Вот, пойду сейчас поработаю и попозже к вам вернусь. Все, силы закончились как-то. Ну, нормально. Да. Новый хэштег теперь. Любить спорт. Вот здесь вот такой выехал. Давай. Ну вот и день подошел к концу. Уже темно, хотя сейчас понятно, что уже ближе к зиме будет еще. Быстрее тебе еще раньше темнеть. Спасибо, что посмотрели. Лайки, подписки не забывайте. Все, всех жду. И сравнение. Погнали. И давай вместе. Поехали. Всем привет. Поехали.